Уважаемый Владимир Владимирович, перед вами программа выхода из кризиса и мирового тупика. Русская идея в соборном бытии – это инструменты осуществления солидарного сосуществования всех людей вне зависимости от этнической, религиозной или расовой принадлежности. Собор будущий будет состоять из общества по 12 человек с ближним во главе таких соборных ячеек, что является лучшим способом для принятия верных решений. Ведь недаром даже Михалков показывал вам фильм «12». Там был как раз пример этого соборного обсуждения вопроса. Сегодня он уже готов. Это готов прототип соборной социальной системы России, которая позволит как раз сделать так, о чем вы не раз повторяли, как нам сделать так, чтобы судьба России не зависела от одного, двух, либо трех человек, чтобы создать живой организм, живой откликающийся и обеспечивающий нам суверенитет и так далее. Эта сверхзадача решена. Идея соборного бытия, она всегда противопоставлялась западной идее. Вы же знаете об этом. Что сейчас происходит? Весь мир ополчился против России, потому что он в ужасе находится от того, что у нас наконец возрождается вся Россия под вашим руководством. И весь мир сейчас, весь интеллектуальный мир, строит искусственный интеллект, с помощью которого они надеются захватить все пространство, всю Вселенную, в том числе и нас. Наш ответ – идеальный искусственный интеллект, одушевленный. Люди умнее любого компьютера, если они соберутся с друг другом в соборную социальную систему России, мы будем впереди планеты всей. И в этом соборе, в этой социальной системе, наконец-то можно будет применить закон «Люби ближнего твоего, как самого себя». И главнее этого ничего нет, как вы сказали в Ижевске. Раньше это невозможно было сделать. Не было технологий, не подошли. Не было нейросети, не было блокчейна, криптовалют и кучи других инструментов. Но сегодня все готово. Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления и благодарность за тот курс, которым вы идете и ведете нас. Время пришло, и нужна ваша помощь по ускорению того процесса, который мы начали. И Россия станет властелином мира. Дайте нам возможность строить наше с вами будущее. С уважением, Александр Владимирович Серегин, историк, соавтор серии книг «Проект Россия». Будьте здоровы!